В рамках ознакомительной поездки по ведущим предприятиям Абхазии делегация из Курдистана посетила завод по производству питьевой воды Гумиста, который расположен в Сухумском районе. Эта вода добывается на глубине 25 метров ниже уровня моря из подземного бассейна реки Гумиста в долине между Новым Афоном и Сухумом. Отсюда и ее название Гумиста. Уникальность воды заключается в особенности вкуса, который придает ей ледниковое питание, а также природная фильтрация, не требующая дополнительной очистки и обработки. Затем делегация из Курдистана посетила предприятие «Минеральные воды Абхазии». Это самая крупная в Абхазии компания по производству минеральных вод и безалкогольных напитков. Как отметили представители ТПП Абхазии, предприятия, которые были предложены для посещения гостям из Курдистана, были выбраны не случайно. Высококачественная продукция, которая здесь производится, может вызвать большой интерес. Так как в Курдистане есть нехватка питьевой воды, мы решили сделать акцент на предприятиях, производящих экологическую чистую питьевую воду и лимонады. И были отобраны предприятия «Ресурс Юг» и «Минеральные воды Абхазии». Нашим гостям очень понравилось на этих предприятиях. Была возможность продегустировать всю линейку производимой продукции. И обсуждались возможности поставки данного вида товаров в Курдистан. Особенный интерес у делегации из Курдистана вызвали абхазские вина. При посещении предприятия «Вина и воды Абхазии» гости задавали множество вопросов о качестве вин, о сырье, из которого его производят, о разнообразии сортов. На все вопросы они получали исчерпывающие ответы. Мы работаем, производим достаточно хорошего качества продукцию. Вот. У нас линейка винная, 21 вино. Объем 27 миллионов бутылок вместе с игристыми винами. У нас 27 миллионов в этом году. Президент торгово-промышленной палаты города Сулеймании Мухаммед Махмуд отметил, что в Курдистане нет ни одного завода по производству вина. И поэтому сотрудничество в этой сфере было бы интересным для его страны. У нас здесь именно в этом заводе появился интерес у многих членов управления, которые у нас в составе делегации. Конечно, у нас такой завод, ну, к сожалению, пока нет у нас в Курдистане. И у нас, если мы скажем, чтобы вообще, что у нас в Ираке этот большой рынок для таких продуктов. Мы, конечно, сейчас попросили, чтобы получить больше информации, чтобы мы смогли передать у нас в стране именно про этот продукт. Делегация из Курдистана пробудет в Абхазии до 12 июля. В последний день их пребывания в нашей стране они ознакомятся с главной достопримечательностью республики – озером Рица.